Доброго времени суток, дорогие друзья, вы на канале Джек Шепард, и сегодня мы с вами поиграем в Flatout Ultimate Carnage. Также не забывайте мне поддержать лайком, подписком и написать любой комментарий в комментариях. Так, начинаем гонку. Я уже машину выбрал. Машина называется Daytona, вы видите ее в заднем плане. Так, заходим на гоночку и стартуем. Значит, мы такие зашли на гоночку, пошел отсчет и поехали. Так, немножко пусть они от нас отстанут. Я хочу их как бы догонять и сбивать. Вот. Так. Там сейчас будет просто лютый расколбас. Так. Здесь в этой игре очень мне нравится физика. Так, пропускаем. Надеюсь, что мы догоним их где-то к третьему кругу. Вау, капец. И будем первыми. Так. Аккуратно заходим по внутренней поворот. Так, мы уже четвертый. Тихо, заносит. Машина у нас заднеприводная. Так, как уже видите, машина очень хорошо побилась. Так, все, мы на втором месте. Тихо, 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 не надо. Давай. Это я так понял, это типа Субарь или Мицик. Но это не точно. Больше похоже у нас на Мицик. Ну, то есть Митсубиси. Так, третий круг. Я хочу этого Мицика добить. Так, так, пропускаем. Я специально пропускаю. Кстати, вот здесь, на этом участке, очень эпичные аварии бывают. Видите, трасса идет восьмерка, и она перехрещивается. Так, третий круг. Тихо. На тебе. Хорошо. Так, последний круг. Тихо, 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 тихо. Немножечко затянуло. Не-не-не-не-не. Мы приедем первыми. Кто-то, я вижу, уже сам уничтожился. Так. Так, и заявляю, что я буду первым. Не, нормально прошло. Думал, авария сейчас будет. Так, первый, значит. Пора доложить кубок. Такая штука пишет. И медалька. Лучший круг. Бульдозера и уничтожителя я не получил. Это печалька. Ну, в принципе, я должен был получить, потому что я мало ударов делал. Так. Следующая гонка. Что у нас будет следующая гонка? Нет, ну это не интересно, это сам лучший. Так, вот это хорошая гонка. Здесь тоже эпично. Можно было бы поменять как бы машину, но мне эта машина нравится. Так что я не буду менять. Так. Тихо. Оу! Прямо расквасили. У нас тут просто лютый замес. Давай, хорошо пошло. Тихо, 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 тихо. Оп. Оп. О, хорошо, видели? Справа только что перемотайте назад, если не увидели. Там просто улетел куда-то далеко, в тратосферу. Ну, образно. Хорошо. Хорошо ему в задницу зашло. Так. Тут опасно вот по этому участку проезжать. Так же, как и на прошлой гонке. Тихо, тихо. На! Так. Аккуратно проезжаем. Ау, вау, 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 вау. Это было эпично. Короче, пол машины нету, задницы. Пятое место. Второй круг. Думаю, буду первым. Это не точно. Натя! Улетел как хорошо. Так, третье место. Давай, 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 давай. Есть. Полноперерывного сбили. Воу, там близко было.
Так, мы первые. Там ребята очень далеко отстают от нас. Так, там эпичной аварии не было. Печалька. Кстати, пишите, записывать по этой игре серии. Игра очень интересная. Тихо. Ну, как бы я уже первым еду, тут уже неинтересно. Потому что не видно адских столкновений. К чего едут они? Ну и почти последний, предпоследний поворот. Блин, видели на карте? Там, короче, капец авария какая была. Так, все. Там прямо хорошо. Вот. Финиш, первое. Так, ну шо, следующий он, команда даже пробовал взять какую-то гонку, типа, этих, как это называется, я уже забыл. Так, что у нас есть? Дерби. Просит нас выбрать какой-нибудь машину. А, вот эту, в принципе, можно взять. Так, берем. Начать гонку, дерби. Чё бы нам такое выбрать эпичное? Где я бы не ездил? О, новая карта. Вот на этой карте я не видел. Здесь дерби. Так, последний уставший живых. Так, загрузка. 3, 2, 1, бой! Сразу в водичку, искупаем машину. О, да! Так, тихо. Сейчас я развернусь и буду набирать скорость. О-о-о, полегче. Все, поехали. И сразу взорвал чувака. Что, на каком я месте? На первом месте. Я как черепаха перевернулся. Хорошо ударил. Так, остужаем колеса. Я называю, когда я заезжаю и здесь в лужу, остужаю. Колеса, минус один еще. Так, давай. Не, он мой будет. Да, просто профи здесь. На. Тихо. За нами сзади охотится красный. Это было больно. Тихо. Опа. Не понял, я его уничтожил, это другой. Вроде бы я, потому что звезды показывали мне. Так. На! Хорошо зашло. Тихо. Это было эпично. Тихо. Походу у меня уже машина кончается. Вы уничтожены. Третье место. Ну, о, первое место. А, ну там же по очкам все. Ну? 1000 кредитов, это хорошо. И давайте еще какую-то на сегодня последнюю гонку, не знаю, стрит рейсинг или гонки. Я не помню, гонки. У нас, по-моему, уже в гонках закончились гонки. Классно я сказал, да? Что-то у нас есть здесь такое. Вот, это типа на первое место. О, на время. Не, давайте мы на время зайдем вот здесь и выберем какую-то вот такую машину. Не самую мощную, не самую сильную. Как ты так сказал? Так, я не помню, я ее полностью тюнил или нет. Короче, просто в гонку входим. Так. И сделаем заезд на время. Так. Оптимальная траектория. Так. Загрузочка идет у нас. Так. 3, 2, 1. Бой. Здесь у нас нет нитро. Это хорошо. Тихо. Здесь-то должно быть разлито масло. Вот оно. Ой. Занесло все-таки. Немножко. Так, машина пока еще целая. Так. Лучшее время у меня здесь на круге это минута 40, минута 14, 70 соток. Вот.
Но это было на быстрейшей машине. Ну это такая еще. Вроде бы я не помню. Я ее полностью еще не зафиксировал. Так как денег не было мне в игре. Не, сегодня я вижу, будет у меня плохой результат. Хотя посмотрим. Не, не успею. Нужно было брать эту быструю машину. Вангую, что у меня будет третье место. Даже не третье, а четвертое. Ну да. Плохо я постарался. И будет у нас тут 0 кредитов. Вот такие дела. Так. Я не понял. Ничего не заработали, да? А, 500 кредитов заработали. Ну это хотя бы что-то. Так, что бы еще показать? Вот покажу, какие у меня есть машины здесь в гараже. Я еще все не купил машины. Так, такая, такая. Это уже высшая лига пошла. Вон начну. Так, по-быстрому пройдусь. Так. Ну, в принципе, все. На этом будем заканчивать нашу серию. Всем, кто подписался, поставил лайк и оставил комментарии. Спасибо, кто досмотрел до конца серии. Вы топчики, пишите, что вы досмотрели до конца серию. Так я буду знать, что вы до конца серии досмотрели. Вот. А вы были на канале Джек Шепард. И до новых встреч. Пока-пока. Сегодня мы играли в Flatout Ultimate Carnage.